Привет. Сейчас я... У меня чешется... Вот здесь вот спина очень сильная. Потому что шейный отдел позвоночника... Вот здесь, где у меня очень сильно пот выходит. Больше всего, знаешь... После когда хорошо поработаешь, хочется пить. Хочется пить. Уровень сахаров у меня потребляемых снизился раз в 20, потому что я перестал пить кофе, чай и напитки, ну, энергетические. Но вот я только вчера, мама меня отправила в магазин, и я не удержался, купил добрый вкус манго маракуйя. Ну, это безалкогольный, no alcohol. I am no smoke, no alcohol, no drink alcohol, no smoke, not кофеин. Теперь еще и без кофеина. У меня голова болела, еще и ночью, всю ночь голова болела. Ну, я перенял этот цитрамон П от головы, потому что когда кофеин перестает поступать в мозг, то болит, короче, причем вот здесь вот с правой стороны болел и чуть в затылке, не прямо здесь вот во лбу. А вот депрессия обычно ощущается во лбу. Сейчас еще воды налью. Да, где-то литр воды выпиваю. Я, знаешь, когда сидел, ну, передышку делал, подумал, вот бы сейчас закурить сигаретку, так вот. Так бы было. Самое то. Но я вспомнил Курта Кобейна, где его интервью, где он говорил, что даже героин, который он там принимал, для него становится похоже, как будто он пьет, как будто просто выпил стакан воды. И я еще вспомнил, что вот, ну, такое вот у меня запомнилось, что когда я курил, когда закуриваешь, начинаешь, сначала куришь, то, ну, так, нормально. Потом, когда выкуришь, ты чувствуешь, как будто в этом ничего такого нету. Ну, прям похоже, как будто просто выпить стакан воды. И поэтому я решил, что, ну, не надо. Ладно. Не буду курить, короче. Смысла нет. Thank you.
Больше всего, знаешь, хочется напиток вот выпить. Сок апельсиновый или газировку после работы вот хочется. Мне, кстати, во время работы сердце что-то прихватывало пару раз, пару-тройку раз. Наверное, это потому, что кофеин перестал поступать в организм, и что-то вот так, такая реакция. Потому что я же до этого на работу шел, перед этим кофе выпью там. Ну, обычно кофе, да. А так еще я Drive Me, вот этот энергетик пил. Такое ощущение, что стал уставать больше, когда перестал кофе пить. И вообще я сплю. Я вчера спал, мне начальник позвонил. Мне прям вот сон снится, и я просыпаюсь от звонка, беру трубку и иду на работу. Прям сплю вообще до последнего. Я даже вот думал прийти сейчас лечь спать, но что-то я думаю, лучше не надо. Лучше ночью спать. Ну еще, знаешь, такие немножко депрессивные мысли были. Типа воспоминания, ну вот, девушке, одной единственной девушке, которая у меня была, и еще, что жизнь прошла. Это всегда такое бывает, когда развиваешься, когда бросаешь курить, бросаешь пить, когда вот сейчас я бросил кофеин, у меня началось вот это вот. Когда есть прогресс в чем-то, тогда возникает такое ощущение вот депрессивное. Тучи начинают сгущаться. А в кого, короче, у меня генетика такая, ну, я вот стала тут, ну, мне отец рассказывает иногда, когда я с ним вижусь, что его мама, ну, она в овощи превратилась, и она уже не просто путает реальность со сном, а галлюцинацию же видит, ну, говорит, петуха увидела там. Или еще что-то такое. Ну, до этого у нее бред был, теперь уже галлюцинации. И, наверное, со зрением у меня проблемы вот именно от бабы Кати, ну, а по отцовской линии бабушки. Хотя она из деревни, вот непонятно, от чего у нее зрение ухудшилось. И, ну, галлюцинации у меня нету, конечно, ни у моего отца, ни у кого нету. Ну вот у бабушки по отцовской линии вот уже, когда ей сколько, 82 года ей, по-моему, у нее начались прям, ну, что-то какие-то такие изменения, причем именно у нее. Непонятно почему.
У нее обычная работа была в Советском Союзе, она на молочном заводе проработала всю жизнь. Она всегда спокойная была, ничего вообще, ну, никакая там не бесноватая вообще. Не знаю почему. Все время телевизор смотрела, Первый канал. Все время. И, кстати, у них дома вообще не было лекарств никаких. Даже от головы таблеток ничего не было. То есть, в отличие от моей бабушки по материнской линии, то есть получается, что вот это заблуждение, что если ты лекарствами не пользуешься, значит ты дольше проживешь. Наоборот, если ты по больницам не ходишь, значит ты здоровеньким проживешь. Оказывается, наоборот все. У меня вот сейчас голова не болит. Странно, хотя когда кофеин бросаешь, то голова болит в течение как минимум 2 суток. Ну, я пошел в магазин вчера, купил. Я вот купил добрый, сильно газированный вкус манго-маракуйя. Ну, скорее всего, там содержался, может быть, кофеин. Сильно газированный. Витамином С, пейте охлажденным. Сейчас посмотрим. Вода, сахар, регулятор кислотности, кислота, витамин С, аскорбиновая кислота, стабилизаторы. Антиокислитель, подсластитель, сахарогенат натрия, натуральные ароматизаторы, краситель. Ну, короче, здесь, в принципе, кофеина-то нету. Ну да, поэтому у меня ночью башка болела. А сейчас не болит почему-то. Не знаю почему. Неужели так легко кофеин получится бросить? Потому что если бросить кофеин, это означает, что, то есть с каждой кружкой кофеина я, ну, туда добавлял 2 чайные ложки сахара, одну чайную ложку кофе, заливал кипятком, молоко, выпивал, ну и так дофига. Это получалось дофига сахара. А в Drive Me, вот в этом, особенно который мой любимый, красный, вот там очень много сахара, я чувствую, было. Ну, который самый вкусный. Да, надо вес. Вот если вес сбросить до 67 или 70 или 75 килограмм, ну, диапазон 65-75 килограмм, вот, то можно будет, в принципе, спокойно, если, допустим, в Москву поехать, ну, если, ну, так, гипотетически, просто устроился, допустим, этим флаеры раздавать. Просто стоишь, короче, тебе не надо тяжести поднимать, не надо по лестницам подниматься, спускаться с ведрами, эти, ну, тяжелыми там, снег, так сказать. Просто раздаешь флаеры, ну там, да, люди в Москве грубые попадаются, агрессивные, я сталкивался,
необоснованная жуткая агрессия прям бывает людей просто на ровном месте. Это, я думаю, эффект города большого. Короче, ну да, будешь сталкиваться, но в принципе, если принимать нейролептик по рецепту врача и антидепрессант и антитревожное, то можно, в принципе, справиться, ну, пережить это. Ну и, короче, вот так раздавать, и так, в принципе, можно. Вся сложность в том, чтобы просто стоять несколько часов на ногах. А чтобы стоять на ногах было легче, нужно вес сбросить с 86 или 87 до 70 килограмм. Ну просто это так легче будет. Легче себя чувствовать будешь. Ходить будет легче. Ноги, ступни не будут болеть. Работать будет легче. Вот, короче, я выпил дофига воды. Больше литра здесь сколько? Литр. Ну я выпил вот литр точно воды за раз. Нормально.